Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu własnym i Centrum Polsko-Rosyjskiego. Спасибо большое. Я очень рад этому приглашению. Очень рад, что все люди. Я хочу сразу сказать, в чем моя главная цель. И зачем я приехал в Варшаву, и почему я давно ждал этой поездки, и очень рад, что она состоялась. История про последний адрес – это история про то, как гражданский проект стал гражданским движением. И основной смысл его заключается в том, чтобы двигаться. И это тот случай, когда процесс может быть не менее важен, чем результат. Это и есть результат. Сегодня, я расскажу об этом подробнее, сегодня движение «Последний адрес», теперь мы называем его так, стараемся не называть проектом, движение «Последний адрес» охватило всю страну. Оно развивается в очень многих городах. И совершенно очевидно, что оно движется по России дальше и дальше само. Люди узнают об этом, люди включаются в эту работу, и постепенно все больше городов оказывается охвачено этой общей работой. Это то, что традиционно называется социальная сеть, собственно. Социальное сообщество людей, которые работают в движении «Последний адрес». И наша мечта заключается в том, чтобы это движение вышло за пределы России. И мы думаем о многих странах. Понятно, что мы думаем в сущности обо всех странах бывшего Советского Союза. Для каких-то из них это более естественное движение, для каких-то менее естественное. Где-то это будет развиваться труднее, где-то легче. Но совершенно очевидно, что речь идет и обо всей Восточной Европе, о той части Европы, которая испытала на себе влияние тоталитаризма. Потому что этот проект, я тоже постараюсь говорить об этом более подробно,
И это движение, как ни странно, оно не антисталинское, оно антитоталитарное, гораздо более широком смысле слова. И вот сегодня мы можем уже твердо, скажем, сказать, что движение «Последний адрес» развивается в Чехии. И речь идет не о том, что оно занимается какими-то злыми советскими людьми, которые пришли в Чехию и своими руками сделали там что-то ужасное. Нет, речь идет о чешских гражданах, пострадавших от чешского тоталитаризма. И вы понимаете, куда я веду. Я веду к тому, что, на мой взгляд, Польша – это, несомненно, то место в Европе, где такой проект тоже был бы уместен. И я очень надеюсь, что в результате нашего сегодняшнего разговора кто-то из вас, или кто-то из вас, кто узнает о нем, или о нашем разговоре, о той дискуссии, которая здесь состоится, о той презентации, которую я покажу, будет тем человеком, который скажет, я тоже хочу в этом участвовать. Мне это будет очень важно. Нам всем, у нас огромная команда в России, которая этим занимается, было бы чрезвычайно важно узнать, что Польша с нами. Почему? Ну, сейчас попробую сказать, почему. А можно? Да, вот. Спасибо. Не удивляйтесь, тут будет много картинок, и это пройдет некоторое время, но мне кажется, что для того, чтобы понять, как все устроено, нужно начать немножко заранее, с того, что вы, может быть, знаете без меня. Я думаю, что многие из вас знакомы вот с этим названием. Это европейский проект, который зародился в Германии в 1993 году, то есть уже больше 20 лет он работает. Он придуман Это
mniej więcej wygląda? Вот, и
dostępne do wszystkich publik. To publiki były skończone. Jednocześnie, czyli z tego, że to jest to, co 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 jest
приходило в эту группу исследователей, которые читали эти книги, там очень разного качества. Также, Thank you.
niemożliwa do wykonania, bo
Это принцип тайного мотивирования. И такого мотивирования устанавливается. Thank you.
społeczne życie. Okazało się, że to ogromny bardzo rozpoznawalny. Thank you.
Спросите тут что-то. А вы точно верите, что вы хотите, если вы не знаете? Оказалось, что вот этот принцип, когда мы отдаем на нем, Thank you.
Thank you.
Thank you.
людей по городу, мы тоже что есть. И попросился даже другие общения. И сам Thank you.
чего начиналось? Thank you.
Ale jakoś zdarzyło. Dzisiaj tam można stać samochodem, kto powiesił. Thank you.
Я против. Сейчас. Вы понимаете? Что вы не можете? Не знаю. Да, это все это положено. Thank you.
sobie nie pójdzie za tym, tak jakby to będzie się rozwijało. Tak gdyby to się zatrzyma się na tym punkcie. Dziękuję bardzo. Teraz chciałbym oddać głos. Jak na Rosję. Tak, oficjalnie.
Thank you.
Thank you.